Всем доброго утра. У нас сегодня идеально чистая водица. Мы с Юлей сидим, барахтаемся. Погода, смотрите, какая чистая. Слышь, там все шарахаются от медузы, а тут ни одной не приплыло. Да, медузы у нас сегодня появились. Море утихло и появились медузки. Моя шляпка на пляжу. Раз, два, три. Раз, два. Зарядка ног. Раз, два, три. Юленька сегодня красивая такая в шляпке. Волосы развиваются на ветру. Ты меня в клипе снимаешь? Да. В своем собственном. Клип называется «Свой собственный». Ой, класс. Какой кайф. А мне как тигровая сеточка, что ли? Мне какой-то сеточка. Осматриваем красивые купальники, присматриваем себе. Прямо не хочется выходить с такой водички, смотрите. Прям вообще сегодня штилёчек. Но погода, кстати, очень быстро меняется. С утра вот это может быть такая идеальная вода. Прям идеальная. Видишь, на пересыпи она такая только желтая, а тут она такая зелененькая. Зелененькая-голубенькая. Тут почище чуть водичка, да. Она тут просто другого цвета. Другого, да. Да. Море. Что на нее ходит? Я хочу посмотреть, как она выйдет. Да, смотришь, ты на нее смотришь и не выходит. Надо идти завтракать, я еще не завтракала. Мама с утра блинчиков нажарила. Пошли пить кофе. Смотрите, какая прозрачненькая. Кто спрашивал за медузы? Не было медуз, а вот сегодня, когда полный штиль, они вон поприплывали, люди начали выбрасывать. Поприплывали медузки. Цветает. Как вот это вот называется? Это как? Это юка. Юка? Да, нет, она не цветает. Красиво. Они вот еще только распускаются. Вот это бутончики еще. Роза уже. Все. А вообще такая красивая вот эта вот. Там красиво возле дома. Возле дома там прям, да, тоже. Ой, Женя мой собрался на пляж. Да, взял полотенце. Аня, Женя, там идут. А вот эти тоже цветы. Мне кажется, я их в Турции видела. Такие. Нет. А может, да, они есть. Да? Ну вот я тоже говорю, что я вроде бы такие видела. Доброе утро вам. Доброе утро, Сашенька. Как вчера, нормально спалось? Даже не спрашиваю. Всем привет. Я сегодня никого не помню. Мама с утра уже супик сварила. Будь здоров, сынок. А я делаю кофе нам с Юля. Мальчики нормально уже пиво пьют, им кофе не надо. Юля, ты с молоком? Да вырубите это. Thank you.
Кепка. На каяках тут катаются, на мотоциклах. Покажу вам, что я обязательно беру с собой на море из косметики. Ну, как обычно, это пантенол. Если вдруг какие-то участки тела сгорят, это обязательно. Мне, правда, писали немецкий, но, видите, у нас харьковский, немецкого нет. Это детский крем. Артуру я мажу после того, как покупала тело, чтобы оно тоже не пересыхало. Обязательно на кончике я беру какое-нибудь маслице, на кончике волос. Потому что на море волосы выгорают и сохнут. Вот такой вот универсальный для всего тела молочко. И для ног вот такую вот штучку. Вот такой вот. А еще мы берем с собой... Ну, антипреспиранты, это понятное дело. Какой-то кремушек для лица легкий. Вот этот вот, кстати, недорогой, очень легкий крем для лица. Но на море им не всегда пользуюсь. Крем для рук тоже брала, который маленькие баночки, удобно. Это, правда, не совсем маленькая для ног, но она очень удобная с дозатором. Вот такой вот экс-укус нам очень хорошо помогает после укусов насекомых. Тут комаров в этом году очень много. Только надо им мазать сразу. Один раз намазали вот укус, и он перестает чесаться. Не знаю, нам помогает отлично с Артуром. И вот такие вот брала небольшие флакончики. Если вы помните, я заказывала. Я вообще, смотрите, я уже половину банки использовала. Это вот аромат Versace. Я обожаю его. Кстати, скоро тоже закажу опять. Не знаю, мне по стойкости, мне очень нравится. Мы всегда с ним ездим. А это Саша. Покажу вам сейчас. Вот Hugo Boss. И еще обязательно берем какое-нибудь средство от загара. Для безопасного. Вот, беру всегда детское какое-то, оно подходит и детям, и взрослым. Видите, водостойкое, биокон. Недорогое, но хорошо помогает. Вот такое вот средство. Пользуемся мы всей семьей. Оно у меня в пляжной сумочке. Мама с пляжа. Ну как вода? Прекрасно. Сегодня вообще море. Прекрасное. Прекрасное море. Я еще утренний кофе допиваю. И Артура мультики. Размораживаю окунька, то, что мы покупали на базаре. Сегодня будем
понюхать хочу. Пахнет. Сегодня будем с пивом его есть. Очень вкусно. Такой окунь попробуйте. Не знаю, мне он очень нравится. Все, открою. Пусть лежит, размораживается. Идем в женское царство. Тут сегодня у нас... Тут у нас сегодня по программе жареные вроде котлеты. Ну зайди, съешь котлетку. Так, только меня не снимешь. Так, начинается вот это уже. Чего себе, нажарили уже. Молодцы. А это ингредиент к котлетам, да? Да, для него не готовится. Угу. Молодцы. Вот еще стоит, смотрите. Такая же. Вот это уровень. Я уж наживу получаю. Чтобы я это не видела в видео. Угу. Смотрите. Понял? Бутербродики. Уйди. Котлетки. Ага. Мохер, уйди. Съела рыбку. Съел котлету и на этот. На вечер рыбка, да? Да. Максим здесь. Закрыто. Угу. Ну и ладно. А тут кто? Там Танечка голая. Танечка, а ну выходи. Она спряталась. Сегодня прям такого цвета красивого вода. Так время быстро летит. Уже осталось совсем немножко времени. А вон там Юля купается. Вон она. Фокусируется. Не хочет фокусироваться. Саша в чувство пришел. Да, Саш? Кого она зовет? Меня, что ли? Аленка тебя зовет. Кого ты зовешь? Меня? Меня? Что? Какая-то бутылочка ей нужна. Какая тебе бутылочка нужна? Да? Я беру Дашу. Да, Артура снимаю. Вот эту сторону, почиши мне. Давай, уже сгорела. Еще ты так, побольше площадь возьми. Подожди. Кепка непонятно как. А что это, вино? Давай уже эту сторону. Вкусная мороженка. Что за привычка? Так что? Вот так люди надо отдыхать. А я у тебя отражаюсь в очках. Купоны. Накупался? Ёба моклая. Комару, видишь, какая реакция на комару? Огромные пятна. У нас сегодня день мангала, и Саша опять там чего-то шкварит, жарит. Хорошо придумали все-таки, когда мангал, вот видите, в стороне. Он никому не мешает, ничего не дымит. Тут сегодня не будет красивого заката, солнце в тучах. Саша помощник есть.
Ну что ты тут? Порядок. Еще только начинаешь? Угу. Ну расскажи. Всем здравствуйте. Как ты докатился до такой и жизни? И нашим неадекватным, который пишет. Как ты докатился до такой жизни? Так, катился, катился и прикатился, видите? Сколько можно? Это отдых. Угу. Сейчас, пьет так. И пьет, пьет и пьет. А ты что, не посыпал их травкой, или это не наши? Наши. А что ты их травкой не посыпал? Какой? Ну, специями там есть. Свининку будем сегодня жарить. А девочки приносили уже что-то, они будут жарить? Видишь, куча всего. Надо же пойти им сказать. Ты думаешь? Конечно. Конечно. Надо же уже шкварить. Вот уже принесли грибочки и мяско. Так мяско пахнет вкусненько. Саша его от мушечек накрыл. А грибы пусть мухи едят, да? А, неинтересно. Где красивый закат? Сегодня без красивого заката. А мы на лиман вообще когда сходим? Сейчас пойдем. Не, ну серьезно. Ну сходим, Зай, ну когда сходим? Ну когда? Завтра, наверное. Хотелось бы сходить, хоть посмотреть. Ты говорил, бычок будешь ловить. Угу. Будешь? Конечно. Давай посмотрим. Ну зачем ты его машешь постоянно? Ну, нужно распалить. Ладно, пойду я девочек спрошу. Будут они что-то нести или не будут. Наня с Мией гуляет. Подомусь к девочкам на второй этаж. У нас, по-моему, дождик будет. Третий еще будет этаж, но он еще не доделанный. Разложились. Сейчас мы залегаем, когда уже вечером переснули. Да, вернее, после. О! У них тут деньги валяются, понимаете, зажиточные. Юра, а что это зажиточные? Мы фольеры готовим. Зажиточные люди. Я тут при чем? Я пришла сказать. Хотите на решетке, хотите фольге. О, да-то пахнет у тебя что-то слишком. Ну, приятный запах, но ты прям. Ну, я только что прям. Да, да. А, что тут у тебя еще интересно? Чем пользуется Юля на отдыхе? От комаров. Комары тут капец какие ядреные. Мажет такой фигней под мышками. Что такое? Это типа как маску мы покупали. Для чего это? Для волос кристаллы. Угу. Это опять для волос? Потому что ты и пшикалась. Да, это тоже для волос. Это сыворотка для лица. Боже, Юля, тут баночек. Это тоник какой-то для лица. Это сыворотка. Тоже для лица. Продолжим. Что тут такое? Лосьончик какой-то для тела, да? Угу. Это лосьончик для тела, дубль 2. Или гадости говорит. Только нельзя оставлять. Ну, так, Катя. Сейчас. Тихо, я все красиво ставлю. Пантенольчик, я смотрю, у всех незаменимый. Конечно. Вот какая-то тоже штука. Умывание. О, у меня тоже такая штука. Только у меня 70, а у меня 50. И вот это. Будем красить брови, судя по всему, да? Угу. Когда? Завтра в 4 утра заходи, рассвет встретить. Я хочу рассвет встретить, она не дает. Что это пьет? От поноса. Лёлик. Какой у них тут вид? Нет, Лёлик. Лёлик, наверное, пошла туда вниз. Вид со второго окна. Что тут капает? Ты уже рассмотрела? Что-то... Еще что-то капает. Еще ее поставь. Вид на степь. Где-то там бегают овечки. О, у них даже семки есть. Мне кажется, будет дождь. Вам так не кажется? Может быть. Но тут небо красивое, а с той стороны сероватое. В смысле, оно уже готово. Уже пожарил? Так пошли отнесем туда сначала, домой. Катя,
Сунула. Чтобы оно, ну не нагорело. Высыпь мне его туда. Я его накрою лавашом. Можешь? Артур, иди сюда. Ты что, там костер, сынок. Я попросила, мне некуда было ее в руки брать. А что ты говоришь, Катя, в сумме? Я попросила с кошелька. Тоже грибочки. Она мне всунула сюда. Такого есть у нас в холодильнике. Ну, так принесите такого. У нее отпала она. Какая вкусняшка. Очковыривает вкусняшку. Колонку, короче. Неси. Я пока, секунду, я включу тут, пока я ее нанесу. Как вкусно. Я тебе позже все видео. Ну, тебе надоело уже их снимать. Мне папа пишет, сплю. И звони, сплю. Рыбалка. Завтра утром. Лёля, ты или туда, или обратно. Ты мне тут мешаешь. Я не могу. Это морской окунь, да? Да. Смотрите, как красиво она смотрится. Здравствуйте. А могла бы еще красивее выглядеть? Могла, но она пристала. Смотрите, какое количество тут каждый вечер этих всяких мошек, комаров. Смотрите. Это еще плохо видно на камере. Вот, смотрите. Это просто ужас.